Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила заявление. В информации говорится: в соответствии с поручением президента Ильхам Алиева, в качестве гуманитарного шага Азербайджанской республики, мирная жительница армянской национальности, 85-летняя Евгения Бабаян, которую ВС Армении оставили в зоне боев при отступлении, 28 октября в одностороннем порядке Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан при посредничестве Международного комитета Красного Креста была перевезена через азербайджано-грузинскую границу и на грузино-армянской границе передана армянской стороне. Армянская сторона, в очередной раз проявив антигуманизм, в последний момент отказалась принять спасенного азербайджанскими солдатами 84-летнего Мишу Милкумяна, состояние здоровья которого ухудшилось из-за того, что соотечественники оставили его в беспомощном состоянии в поселке Гадрут. 29 октября при участии Министерства обороны Азербайджанской Республики при посредничестве ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста Государственная комиссия в одностороннем порядке передала армянской стороне в направлении села Алибейли Тавузского района Азербайджана тела 30 армянских военнослужащих. Во время гуманитарного процесса инцидента не отмечено.